important and famous mottos from that time is this one: get away from kitchen slavery, give us a new lifestyle. In a nutshell, the most important thing of 1917 is that Russian women gained the feeling of emancipation. Before the 1917, they had no right to file for divorce. They had no right to behave independently from her husband. To make modern socialist state, the Bolsheviks needed women's arms, women's minds. Я сейчас просто представляю феминисток первой волны, да, там, начала 20 века, и им бы как бы решить вообще проблемы с тем, что они, извините, самостоятельно не могут ничего делать, выйти из дома, да. Феминистки третьей волны, они занимаются больше уже вот этими скрытыми видами дискриминации, да, то есть... Изображен мужчина, окруженный подобострастными женщинами, и он такой стоит и доволен жизнью. Ну, то есть, это карикатура, конечно, но она...